В реке Осколец утонул 48-летний мужчина. Староосколец отдыхал с друзьями за территорией пляжа в микрорайоне «Юность». Около 10 часов вечера пошел купаться и не вернулся. Тело погибшего водолаза обнаружили сегодня в 6 утра, а спустя 2 часа едва не случилась еще одна трагедия. В микрорайоне «Весенний» с моста в реку упала женщина. Течением ее сносило в сточную трубу. Жизнь осколчанки спасли инспекторы ДПС, которые патрулировали местность и, услышав крики о помощи, немедленно бросились в воду.